Вот сегодня проходит выставка «Агро-2014», и мы, как отдел в департаменте виноградарства и виноделия, мы прямо попросили, чтобы была вот такая экспозиция, не привязанная ни конкретно ни к какой области, ни к какой местности, а просто вот мы ее назвали «Свитвина». Для чего? Для того, чтобы очень многих людей, как и у вас, возникают вопросы, особенно в связи с аннексией Крыма, что что ж теперь будет с украинским вином, с украинским виноделием. Мы здесь показываем, что голоду на вино не будет, да? Значит, тем более, что у нас винодельческую продукцию, допустим, та же Одесская область, когда мы даже были вместе с Крымом, то делала больше 50% от общего объема производимого вина на Украине. Это раз. Во-вторых, на сегодняшний день у нас сегодня очень много, ряд целых крупных компаний. Вот они тоже тут представлены. Все я не буду конкретно называть, чтобы не было вроде как рекламой, но все их прекрасно знают, которые уже, в принципе, за последние десятилетия достигли качества и уровня мировых стандартов, которых узнают не только в Украине, но и зарубежье, не только постсоветское, но и европейское. Они торгуют продукции и на экспорт. И поэтому на сегодняшний день даже некоторые, ну оно вроде грешно так говорить, да, но некоторым предприятиям, как это говорят, кому война, кому мать родная. Когда в Крыму стали проблемы, как отправить сюда продукцию свою, то эти предприятия как раз расширили свои полки, заполнили и, в принципе, имеют сегодня такой взлет продаж даже в нашей местности. Это одно. И второе, может быть, даже тоже говорят, нет худа без добра, да? Это как раз тоже сегодня есть такой поштовх по-украински, да? Для того, чтобы начать развивать, вот они у нас тоже тут рядом, вы покажете потом, да, представлены, есть фермеров очень много, которые давно хотят выпускать в небольших количествах узнаваемую продукцию свою. Тем более, что, ну, взять, допустим, Алигате там, или Кабарне, тот же сорт, он европейского происхождения, но в каждой местности он ведет себя со своими какими-то узнаваемыми какими-то моментами. И любители вина, ценители вина, я надеюсь, что все-таки украинское общество, поскольку оно уже четко развернулось в Евросоюз, будет такое же грамотное, такое же цивилизованное и очень в значительной степени уменьшить потребление такого жесткого алкоголя, как там водка, там спирт, самогоны и прочие дела. Значит, а больше станет и употреблять, и разбираться, и понимать в вине. И многие найдут именно свое вино, которое им нравится, которое они любят. Значит, может быть, как, в какой-то степени патриотизм там будет, что я вот хочу с такой-то местности, с такого-то склона, с такого-то. Именно терруарное вино, которое, ну что такое терруар? Это вино, в котором комплекс определенных факторов участвует. Значит, и оно получается неповторимое. На сегодняшний день, допустим, ну, то, что мы там грубо десертную группу потеряли, которая на южном береге Крыма выращивалась. Но я думаю, вполне возможно, мы ее заменим тем, что на сегодня мы пытаемся создать такую благоприятную базу законодательную для производства медовых напоев, для производства плодово-ягодных напоев, которые в древности очень были популярны, потом, к сожалению, как-то были уже забыты, утеряны. Но сегодня оно возрождается. И если мы тоже сделаем так, что ну, эти драконовские эти пошлины там и за право продавать свою бутылку мы отменим для маленьких производителей, то люди увидят очень много интересных, прекрасных напитков, в том числе и медовых, не только вина, в том числе и плодово-ягодных. Вот вы вспомнили за 1,5% сбор. За последние 4 года фактически его у нас, ну, сначала у наших виноградарей, виноделов, садоводов, его украли, будем называть простым словом, да? То есть он был целевой, его нельзя было использовать никуда и нигде, но в то же время почему-то образовал, почему-то он, за нами числится залишок невыкористанных коштів в сумме больше миллиарда гривен. И одновременно за нами числится 300 миллионов кредиторки. Это нонсенс, это как это может быть? Есть невыкористанные кошти, и тут же кредиторская задолженность государства. При том, что эти деньги по закону никуда нельзя было тратить. То есть
значит, государство сделало нецелевое выкористание. Ну, государство в лице каких-то определенных чиновников, естественно, так же. Значит, ну, я думаю, сегодня с этим разберутся и найдут, куда делись эти деньги, и вернут нам на тот счет, на котором числятся наши эти суммы. И, ну, сегодня мы все понимаем, какая ситуация критическая, финансовая в стране, поэтому наши виноградари, садоводы вроде как, ну, не очень рады этой ситуации, что у нас в бюджете сначала, в бюджете, закон про бюджет 2014 года было предусмотрено из этих залишков коштів 700 миллионов, что позволило бы нам 300 миллионов закрыть кредиторку, еще 400 финансировать какие-то посадки и строительство холодильников и так далее. Потом бюджет был пересмотрен, и эта цифра стала 100 миллионов, что позволит нам только закрыть третью часть кредиторской задолженности. Но из всей той плачевной ситуации, которая сегодня есть, радует все-таки то, что, ну, хоть 100 миллионов, но цифра есть. Поэтому нам есть за что бороться. Мы ожидаем то, что все-таки на сегодняшний день в парламенте все-таки поддержка у нас существует. Если парламент обновится, я тоже думаю, что будет определенные парламентарии, определенные депутаты, которые все-таки будут также переживать за садоводов, за виноградарей и попытаются восстановить именно то, чтобы этот сбир шел отдельно в спецфонд и чтобы он использовался только на те нужды, на которые он собирался.